Накануне в ходе встречи сотрудников администрации города, зоозащитников, а также депутатов Краевого парламента и Барнаульской гордумы речь зашла о том, что закон об ответственном обращении с животными необходимо корректировать, поскольку проблема с бродячими собаками стала для Барнаула особенно острой. Действительно, ситуация больная, она ответственная, и она в какой-то степени, в какой-то мере достаточно опасная. Сегодня отловом животных в городе занимается приют «Ласка». С ней заключен муниципальный контракт. Отловленные неагрессивные животные после лечения и стерилизации выпускаются на прежние места обитания. Агрессивные же особи остаются в пункте пожизненно. Однако и это не решает проблемы. Так, только в феврале организация отловила 165 особей. Вопрос безнадзорных животных – это все-таки проблема не животных, а людей, да, с той точки зрения, что и создают-то ее люди. Да, поэтому для того, чтобы нам добиться отсутствия безнадзорных животных у нас на улице, конечно же, надо проводить работу именно с населением и с владельцем животных. Хотелось бы обратиться к гражданам нашего города, чтобы они относились более серьезно к содержанию своих животных, потому что очень часто граждане частного сектора отпускают своих бездомных собак, которые в дальнейшем убегают, сбиваются в стаи, плодятся и создают опасность для нашего общества. К слову, в феврале депутаты КЗС приняли поправки в бюджет региона на этот год. В нем около 25 миллионов отвели на содержание и отлов муниципалитетами бездомных животных. Из них более 5 миллионов для этих же целей выделят Барнаулу, поскольку ранее в приюте «Ласка» говорили, что средств на борьбу с бродячими питомцами недостаточно. Анара Шагирова, «День с толком».